Категорически вас всех приветствую. Если мы в поле, на солнце и сзади красная Нива, значит, мы на соревнованиях. Приехали мы сегодня в город Шахты, точнее его пригород, точнее его поля. На, получается, уже пятый этап ЮФО. Заезжаем в техпарк, комиссия. И, конечно же, мы заявлены в класс спорт. Как настроение? Доброе, отлично. Сейчас померят, замерят. Какая линейка. Доброе утро. Сашка, что-то как-то сегодня скудненько, грустненько. Смотри, выглядывает человек. Поехал стандарт. Вон первый участник уже на боевых препятствиях. Иду сюда, хочу поснимать это место. Лютый порезал кузов. Теперь лютый немножечко легче. Так, Шеви где-то должен выскочить сейчас. Очень короткая трасса получается, что первый участник доехал на финиш, а третий только стартовать будет. Проблемы у Шевроле. Лютый второй круг. Так, ну на данный момент все проходят воду успешно. Короче, на первом же круге 4 тачки сели. Вот сейчас одну достали. Сейчас вот дальше. Это пердит красненькое, оно едет. Обкамыш. Остановился лютый. И стартовали наши парни с Успенского района. Первый круг только. Так, ну лютый все, пока стоит. Лютый поехал, вон, а наши встали. Что-то сзади. Еще одна Нивка. Пойду посмотрю. Не, поехали. Thank you.
Что-то с машиной. Карачаевск, номера у УАЗика. У Лютого что-то с топливом сказали. То ли фильтр, то ли насос. Ну, едет. Наши пацаны, жопа не работает, едут задним ходом, чтобы в горку. Сход. Вот получается, объезжают по полю, ныряют в лужу. Там вот водичка, потом прогон несложный, там стоит Шевроле. Что можно сказать, что этап закончен, прошло минут 15. У вас единственный Карачаевск ездит, Лютый где-то поломался, что-то проблема, Шевик стоит. У красной Нивы морды нет, наша успенская Нива без жопы. Они закончили круг, смогли, то есть зачет пойдут очки, ну а толку за одного круга все. Так что вот вам вся трасса, и получается, что как бы и все. Шел-шел и нашел. Так, тут выскочил. Все нормально. Я с трофеем! Короче, вот могильничек на этом этапе. Все сидят. А чё у Армавира? Просто сели. Джокер тоже просто сидит. Лютый разулся. И пацаны просто сидят. А, без морды, да, вроде? По-моему, без морды. Давай, 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 давай! Нет! Мы не можем, извини, нам нельзя. Джокер прям закопался знатненько. Они не понимают. Подняли, положили сантраки. Женя уже. Парни тоже пытаются. Не хочет.
вылетело. Есть. И сейчас он поможет, по идее. Только ты с Калибы съехал со своей. И коробку держал, а то она вылетает. Давай, давай. Колеса разутых. Да. На Ниве, говорю, разулся. А, и на Ниве разулся. Да ёп. Юра, ебать, за запаской. Юра, за запаской, брат, делай. Тебе сколько времени? Сколько не знаю, времени надо. Осталось? Ну что, из новостей. Нива переобулась, Джокер вытащил Ниву. Тут пока полемика. Пока думают. В общем, сюда ехали и думали, что здесь грунт очень похож с листой, то есть, а получается здесь нифига не листа, здесь вот такие камни, то есть глина и вот такие булыжники лежат прямо в земле. И лютый абета, и лютый абета разулся, разбулся, порвался, как хотите. Вон, видите, какие штуки? Гранит. Ну, в общем, это финиш, осталось 7 минут. Дальше снимать смысла нету. Будем считать, что стандарт закончился. Вот такой вот спорт. Не все проходит гладко. Даже стандарт. Мы и говорили, что будут пару засадных мест. Ну, Нива открытая пошла на обход трассы. Ждем старт. Засадили они ее. Первый участник Нивы.
деревья открытые стартанул, сразу немного присел. Но там есть дерево вот это вот, на него можно лебедиться. Через боковый крен. Очень большой подъем. Но зацеп есть, у якоря уже радует, лишь бы не сорвался. Сильно. Гонка штурманов. Это идет еще Нива открытая. Их пустили вместе. Зеленая Нива в туризме вместе с Вепрем. Так, ну здесь борьба на подъем. Хома и Шилка. Отойди, сейчас Вепрь заедет, наверное, сюда. А, нет, туда пошел, все нормально. Так, 101 немножко колеса. Да. Очень тяжелый подъем. Давай, давай, чуть-чуть. Главное не порваться. Ну, у них получается. Это класс туризм остался, получается. Не вы все уехали. Это тоже туризм. Ну, нет, движок не родной. Неплохая лебедка. Шеснарь не круть. Ну, так, тяжковато ему на низах. Ему раскручивать надо. Во, все. Все, прокладку пробила. Колю выкуривают! Коля, дыши! Да. Так на лебедке пускай, опускай его. А что он не кашкует? А все, он поломался. Да, я не знаю, надо... Он сейчас стуканет у него. Колю сносит на левый бок. Давай. Не, не получается. Коля едет. А, мы на трассе? Да, мы прям так. Нет, я не хочу. 08 возвращается, то есть она сейчас идет на финиш. Вон поверху. Нагазовал скоро, да, папа? Да, на лебедке идет. Штурман молодец. Машина не очень. Красиво.
красиво. Главное, не заглохни. Видимо, хороший грунт. Молодец! Красавчик! Ну, чуть-чуть, да? Прилег? Красавчик. Получается, спускался, прилег. Я не увидел, не успел. Да. Но он на колеса встал сразу. Шилка готовится, пока еще не рискует, и подъехал Фома. Ну, в смысле, 101, Тим. Пошел. Хорошо. Намного проще. Ой-ой-ой. Не видно ничего, ребята, вам, наверное, но здесь он в траве. Воткнулся, но морду закинул. Выезжает, смотрите, ребята, снимаю в горизонте угол больше 45 градусов. Градусов 60. Давай, давай, выскочил. Обошел. Но тут как бы технически сложно. Надо морду закинуть. Сань! Парни не торопятся, ждут. Подъезжает Волгоград. Шилка пошел. На финише тоже весело, там тоже подъемчик. Все. Очень сильный вот здесь подъем. Так, спускается Коля Вепрь. Напомню, здесь почти Нива легла на левый бок, но встала. Таких больших перепад высот мы еще не видели в этом сезоне. В Целине было что-то похожее, но не такое. 101 экипаж выезжает. Аккуратненько, спокойно. Ох, какая там отвесная промоинка. Там спускаться не рекомендуется. Опять,
Волгоград потихоньку ползет. И на второй круг возвращается первый, единственный приезжает. Ходом, говорит, выехал. А? Там выехал ходом? А. А, ходом, да? Ну что, как трасса, Коль? Как трасса? Офигенно. Да? Тяжелый подъем для УАЗа. Для тяжелого УАЗа. А это не самый тяжелый УАЗ. Так что другому УАЗу тут бы было тяжелее. Так, ну вот туризм прошел. А больше никого. Ваши идти не надо, да? Да. Да, залейте, ребята! Сходите, дети! Зеленка здесь. Там пацаны тоже сели. Сходите дальше, сейчас туда выезжать.
едет просто на лебедке. Дарксайд, наверное. За что-то зацепил там. Шилка заканчивает второй круг. И третий. Нет, он же тут второй, это долго стоял. Это второй. Что, хочет сам? Да нет. Это финиш. На не, самому нету разгона. Вот чуть-чуть был бы прыжок. Отсюда вот сюда. Да, сюда. Не, смотри. Ну, пофантазировать-то можно? Toyota не заводится.
снег, вы что, хоть нам интересно? В принципе, блядь, можно ходом. На самую длинную. Кости, говори, пусть Костя под якорь сразу вниз кидает. Пусть сразу якорь кидает вниз и бежит сразу наверх. Они все передние колеса просовывают и в пол жмут. Стой, стой, трос мотает на колесо. Ему еще дополнительную лебедку, да? Вот такая работа штурмана. Thank you.
понял, да. Ну да. А там они быстро прошли. Позвони кому? У меня сети нет. Да, как будто по левой стороне легче подниматься. А что, маякнуть ему здесь можно будет? Красавчики, мужики, вообще. Давай, ну чуть-чуть не хватает.
Встаньте за лето, ребята. Пожалуйста, чтобы не заходил. За судейство я узнаю, да. Как так я видео снимаю, у меня телефон на блокировку становится. Как так? Они сейчас будут подниматься, я отдал бегу. Хорошо? Давай! Еще круг надо успеть сделать! Че ты без якоря бежишь? Рыжий, давай, еще надо круг успеть. Как, а? Еще, как хочешь, надо еще круг успеть. Какой нахуй круг? Ребята! Еще один. Победный. Остались. Победный чемпионский. Давай. Да, вы победный остались. Круг, еще один. Франциско, а сколько кругов у всех? Ты, короче, если ты сейчас следующий круг проезжаешь, ты Тойоту обгоняешь. Ага. Это мы первые. А ноги мне что новые дадут? Давай, я... Давай, беги. А? Давай, давай. Беги, давай. Давай. Мы с удовольствием тебе помогли. Давай, ползи. Ты его... по времени же нет. Да он не дает, он ты больше кругов. Я не слышу, не... Ты больше кругов проехал, чем он. А где финиш? Не хватит, нормально. Не хватило!
Давай! Побито, но не сломлено! Ребятки, ну все, этап окончен. Сегодня повезло, рано освободились. Все, намываем Ниву и домой. Конечно, очень насыщенный этап, но мы с победой. Для нас это победа. Машина технически все хорошо. Есть маленькие нюансы, но это маленькие нюансы. Они всегда бывают. Загружаемся и домой. Всем удачи, спасибо, что были с нами, и до новых встреч!